В Люберцах продолжается ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах. На сегодня заменили 64 лифта, 17 в работе. Глава округа Владимир Ружицкий проверил ремонт лифта в одном из домов на улице Новой. Работы ведутся по программе капитального ремонта. В 10-этажном здании одна пассажирская кабина. Старая прослужила 25 лет. В ближайших планах привести лифт в готовность. К 1 сентября в округе предполагается закончить все работы по замене лифтов. Я думаю, что в ближайшее время он начнет работу. Понятно, что жителям неудобно, потому что лифт, один подъезд, один лифт. И понятно, что 10 этажей, кому-то не очень сподручно ходить там на 9-10 этаж, но это временно. Зато будет новый лифт. Есть временные трудности. Подрядная организация, с учетом наших требований, конечно, должна укладываться раньше, чем регламентные сроки. Мы их об этом просим. Такое тоже допускается, что мы ранее 45 дней стараемся запустить лифт в работу.